Здравствуйте, это программа о душевном здоровье, и мы продолжаем наши врачебные консультации. Я зачитываю письмо нашего зрителя. Мой муж алкоголик. Мы живем вместе 5 лет. Первое время я даже не догадывалась о его болезни. Это сейчас я уже хорошо знаю его, когда он выпьет. Мы с ним венчаны, у нас сын 4 года, и сейчас я беременна. Он в храм ходит только по моей просьбе ребенка причастить. Я регулярно хожу в храм. Сейчас решили кодировать его по методу Довженко. Что вы думаете об этом методе кодировки? Боюсь, как бы не было от этого еще хуже. Но вот вероятно то, что автор письма все-таки ходит в храм, сработал какой-то инстинкт самосохранения. Потому что действительно есть чего опасаться. Когда она пишет, что как бы не было еще хуже от этого. Метод Довженко – это такая система оказания помощи больным наркологического профиля, которая появилась еще в советские времена. Ее автор – доктор Довженко, который жил на Украине, в Феодосии. И сам он был с детства, может быть, даже от рождения, наделен даром гипноза. Он гипнотизировал людей еще в детстве, когда они с друзьями вместе ходили в феодосийский порт, и он гипнотизировал охранников портов, которые нельзя было пройти без пропуска, и они беспрепятственно проникали в этот порт и гуляли. Точно так же они ходили в кино без билетов со своими друзьями. А потом, когда Довженко стал врачом, наркологом, он использовал этот метод в оказании помощи алкоголикам. И тогда этот метод восприняли просто как чудо, самое настоящее. И именно то, что делал Довженко. Один сеанс, и человек прекращал пить. И год, два, три, пять. А были известны случаи и многолетнего воздержания от алкоголя. Все это произвело тогда в Советском Союзе просто эффект взрыва. И доктор Довженко привлек к себе всеобщее внимание всей страны. Долго наркологи сомневались, другие наркологи, в том, что это за метод. Хотя понимали прекрасно, что гипноз работает, и с помощью гипноза можно достигать подобного рода результатов. Но так как было у Довженко, это, конечно, всех впечатляло. И Довженко пользовался большим спросом у членов Политбюро ЦК КПСС. Многих из них он тоже избавил от пьянства благодаря вот этому своему методу. И тогда он стал полубогом в бывшем Советском Союзе. Ему выделили в Феодосии целый особняк, похожий на дворец, где он и практиковал, и основал свою клинику, и свою школу. И вот тогда этот метод начал распространяться. Появились его последователи. И стать похожими на Довженко хотело очень много врачей. Да и сейчас тоже. Их хватает. И постепенно метод Довженко, кодирование по Довженко, стало визитной карточкой сначала советской, а потом и российской наркологии. А что же это на самом деле? Во-первых, метод Довженко не имеет к медицине никакого отношения. Это не врачебная манипуляция, не медицинская. Метод Довженко – это духовная практика оккультного свойства. Гипноз и все, что с ним связано, это из области оккультных технологий, которые применялись раньше в языческих народах для вхождения в особые трансовые состояния, которые открывали им духовное пространство для общения с ближайшей к нам духовной реальности, с бесами. И таким образом шаманы, курандейро в Южной Америке, они как бы повелевали бесами. И человек, обучившийся гипнозу, он, собственно говоря, делает то же самое. Он пытается повелевать бесами.
которыми одержим больной человек. И повелевать бесами для человека, ну, это по меньшей мере смешно. Дело в том, что бесы боятся только Бога и оставляют человека с тем, чтобы уже никогда к нему не приближаться, тогда, когда человек находится в живом общении с Богом. Вот тогда происходит настоящее исцеление. Тогда человек становится как бы целым, цельным. В нем дух, в котором присутствует благодать Божья, управляет всем, что ниже. Душой и телом. А что происходит при кодировании по методу Довженко? А там просто бесы издеваются над людьми. И там бес может по просьбе человека перестать беспокоить алкоголика. На 3 года, пожалуйста. Лишь бы человек был самонадеян. Лишь бы он не надеялся на Бога. Лишь бы его страдания, вот эта страсть, которая мучает его и его близких, жен, детей, не смирила человека и не привела его к Богу в церковь. А для этого бесам все средства хороши. И особенно они любят, когда люди сами обращаются к ним за помощью. Они как бы их приманивают своей способностью просто перестать мучить человека. То есть страстью, которой человек одержим. Ведь каждой страсти присидит бес, мы это знаем. И бесы ловят нас на наши страсти, зная, что мы на них клюем, как рыба на червяка. И вот такой человек, закодированный по методу Довженко, перестает пить. И создается впечатление, что ну, произошло какое-то удивительное событие, чудо. И за это нужно просто благодарить этих специалистов, которые так легко за один сеанс, произнеся какую-то ключевую фразу только, избавляют человека от зависимости. Ну а что потом? Вот человек перестал пить. И, казалось бы, все радуются. Все отдыхают от его пьянства. Все с облегчением как бы вздыхают. А сам-то человек, что с ним? Он становится лучше в этой трезвости? Оказывается, нет. Оказывается, человек за эту трезвость платит очень дорогую цену. Этот феномен описан в Евангелии. Когда злой дух оставляет человека, он скитается по безводным местам, не находя себе покоя, а потом возвращается в дом, из которого вышел, и находит его чистым, выметенным и незанятым. И тогда он возвращается и приводит за собой 7 злейших себя. И тогда последнее для человека становится хуже первого. Это закон природы. Вот так он оформлен словами в Евангелии. И этот закон работает непреложно. Точно так же, как закон всемирного тяготения. Если по какой-то причине бес оставляет человека, даже если это когда человек исцелен Богом, но при этом человек забывает про Бога или даже не вспоминает о нем никогда, и законное место Бога никем не занято, то тогда этот бес возвращается сам и приводит за собой 7 злейших себя. И мне, как врачу, приходилось это видеть на своей практике многократно. Когда ко мне приходили жены кем-то закодированных алкоголиков и просили их раскодировать. И я выяснял, в чем дело. Оказывается, что жены были крайне недовольны тем, что происходит с их мужьями после кодирования. Одна из них говорила мне, что когда мой муж пил, он был человеком. Он каждый раз после запоя
ползал на коленях и каялся за все, что он успел натворить во время запоя. И клятвенно обещал, что больше никогда не будет пить. И он действительно хотел прекратить свое пьянство, но у него не было сил. «Я знаю, — говорит она, — что он любил меня, любил моих детей. Он о нас заботился. Он зарабатывал деньги и приносил их в дом. И мы всегда чувствовали его человеческое присутствие в семье. А вот когда его закодировали, он превратился в чудовище. Он меня не любит, детей тиранит. Он не приносит домой больше денег, хотя много работает. У него появилось время, и он пытается это время восполнить. У него появляются новые интересы, и, как оказывается, у него появляются любовницы. Он интересуется чем угодно, только не семьей. В семье он практически времени не проводит. И то, что он изменяет своей жене, он даже не пытается скрывать. Он даже издевается над своей супругой, открывая ей свои любовные похождения. А с детьми он просто не общается. Или всегда раздражается, когда те напоминают о своем существовании. И очень часто распускает руки, бьет и жену, и детей. «Лучше бы он пил», — говорит его жена. Вот один из вариантов того, как семеро злейших возвращаются, входят в человека, и тогда последний для человека становится хуже первого. Потому что через тот срок, на который человек закодировался, он обязательно еще и запьет. И по закону заболевания, чем дольше был период трезвости, безблагодатный, тем тяжелее будет срыв в болезнь. Поэтому мы имеем дело вот с такой довольно опасной вещью, к сожалению, очень распространенной не только у нас в стране. Метод Довженко, именно под этим названием, можно встретить и в Европе, и в Америке, в лучших санаториях, спа-салонах. Есть кабинетик, где написано «Довженко». Заразная эта вещь. Но мы с вами должны знать, что происходит на самом деле, если мы с вами православные христиане. Единственный надежный способ избавления от алкогольной зависимости – это полноценная духовная жизнь. И здесь нужно запастись терпением и от всей души просить Бога, чтобы он избавил от этой страсти. И тогда, когда это будет человеку полезно, Господь обязательно избавит и его ради жены и детей от этой страсти. В следующий раз мы продолжим разговор. Я напоминаю вам о своих лекциях, которые вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Это «Школа православного самосознания», прочитанная мною в 2012 году. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!